Всем привет! Приехали в Билл Фредерик Парк справлять день рождения нашего друга. Делаем небольшой шашлычок. Тут у нас всякие вкусности. Ветерок пошел чуть-чуть. С Арарата. Собачка. Сразу думаю, пить это положено. То есть, короче, мы готовимся. Жалко. Сентябрь, жара. Уже не такая удушающая, но тем не менее на солнышке очень жарко. Вы там видите, очень много людей. Это какие-то верующие. Я не знаю, ну, может быть, какая-то секта или какая-то церковь. Их очень много, они веселые, шумные. Сегодня воскресенье. Каждый вот такой бус занят. Мы на двух мангалах жарим одновременно. Да, конечно, на каблуках. Пошла к озеру гулять. Там у нас пирс. Такая интересная травка. Это не газон. Такая травка, ее даже постригать не надо. А вот на той стороне там апартаменты. Люди арендуют эти апартаменты. Какая красота. Всякие разные вкусняшки. Тебе понравится, А вот это? С оленей вообще просто. С икрой. Блинчики. Сидор. Вкусный? Да. Джек очень заинтересован вот этой вот собачушкой с розовыми ушами. Ну что ты не поздороваешься с Джеком, а? Красотка. Он очень заинтересован. А наши верующие товарищи продолжают веселиться. У них там начался версус батл. Там и диджей, и певец, и танцор. У них есть все. Они очень весело отмечают свой праздник. Может быть, просто они собрались. Может, они каждую неделю так делают. Какая-то баптистская церковь, и типа того. Но у них очень весело. Может быть, разглядим? А тут детишки играют в волейбол. Вот такой вот рай. Я такого в паблике не могу купить. На заказ? Попробуем. Что пойдет? Что ты резал? Желатиновый. А что ты режешь? Разве свечки не сначала задул? Да ладно уже. Не свечи. Он ночью их задул, не? Я так задул вчера, что. Макс, аккуратно. Ты посчитал, на сколько кусочков? Нет. Хотелось бы рассказать немножко об этом парке, не только об этом, а о многих других парках Флориды. Въезд здесь $4, если въезжаешь. Если оставляешь машину на входе, то это бесплатно. Вход бесплатно, без машины. А с одной машины $4. Но это, в принципе, вообще недорого. Можно арендовать вот это помещение. Это тоже будет бесплатно. Правда, мы должны все за собой убрать, унести весь мусор. Также можно положить мусор сюда, и уже работники парка уносят весь мусор сами. Все это, повторяюсь, бесплатно, если машину оставить перед въездом в этот парк. Также можно здесь пожарить мяско. Здесь есть решетка, и единственное, нужно будет принести с собой угли. Мы сделали. Вот тут недалеко от нас туалет. Туалет мужской, женский. Соответственно, тоже бесплатно.
Также здесь можно прогуляться до пирса. Здесь ловится рыбка. Также могут быть аллигаторы небольшие. Вот рыбку, которую здесь ловят, вот ее здесь можно разделать. Здесь водичка. Здесь ее разделывают, потрошат. Все выкидывают в мусор, потроха. А здесь это для снастей, для использованных крючков и так далее. Вот сюда все складывается. Здесь много черепах. Здесь водится небольшая рыбка, которую можно пожарить себе на обед. Тем не менее. Вот, например, тот у нас уловит. Сейчас посмотрим, что здесь ловится. И ловится ли здесь что-то вообще. Парни ловят рыбку. Пока не ловится, но все может быть. Пока что тишина, никто никого не поймал. Ну их нельзя же ловить. Очень красиво отражается небо. Нельзя убивать огнестрельным оружием. Можно... Кого? Нельзя можно убивать аллигаторов? Да. Можно ловить. Ловить и убивать, но нельзя огнестрельным оружием. Да ладно. Стрелять нельзя. Ишь ты. А зачем их убивать? Какие законы? Охотиться типа. Вот такое вот у нас озеро. Как оно называется? Без понятия. Хайваси. Большое? Спокойное. Пару аллигаторов сегодня есть. Угу. Вот рыбачат здесь. Такую рыбку поймали небольшую, я смотрю. На хлебушек ловят. Вот это вот апартаменты, я знаю, сдаются в аренду. Собака помыла с шампунем. Всем привет! Открылись конкуренты наши, 24 часа фитнес недалеко от Метро Вест. Вот, решили зайти посмотреть наших конкурентов, как тут у них все устроено. Кардиозона. Cycle Studio. А это бассейн. Спа и сауна. Женская раздевалка. Ку-ку. Никого нет. Такая. И там туалет. Шкафчик. Здесь раковина. Должно быть там душевые. Где-то тут душевые. Вот так, никого нет. Извините, извините, никого нет. Все понятно. И там выход в бассейн. Студия классов. Для танцев и так далее, для аэробики. В принципе, по-моему, сюда можно зайти, она такая не маленькая. Такой вот у нас мини-вид сегодня. Впрочем, почти как каждый день. Красота. Цветочки поливаются наши. А где птички? Птички куда-то смотались. Обычно они так плавают. Экстремально. И гром почти каждый день с молниями. Лето во Флориде. Да, но все быстро работает. Кот боится, прячется. Какая красота. Летом. Вау, еще сильнее все подуло. И вот, о, боже мой, где утки? Я не вижу. Вот прям на бугре. А-а-а. Приблизь. Где-то там утки ходят. Куда-то идут. Наверное, хотят воду отпустить. Практически ураган. Слушай, и так приятно на улице. Нету вообще... И холодно. Сноя. Да. Но и не жарко. Не, мы имеем в виду, что не жарко.
А еще хотели снять наш оберег. Это резиновая змейка, чтобы она отпугивает наших соседей и гольфистов, чтобы они близко не подходили, да. Многие боятся прям. Я еду домой с гостей, и мы остановились. Мой Uber-драйвер увидел такую картину, только сейчас произошла авария. И тот, кто ее совершил, он, видимо, уехал. И вот буквально 2 минуты назад, хорошо, все живы, целы, даже ребенок на заднем сиденье, он цел, ну, все в шоке. И водитель решил проверить, все ли в порядке, молодец, остановился. Вроде бы все в порядке, он сейчас просто вызовет полицию. Сейчас где-то около 11 вечера. Довольно-таки сильная авария произошла. Я не выхожу, конечно, но я вижу, что она приличная. Ну, слава богу, все целые, но там девушка, конечно, в шоке вышла. Такое вот тоже бывает.